А лестница очень, вот этот спуск очень симпатичный, кстати. Какая жара. Да. Вообще, это все, ну, поскольку все так или иначе идет из Италии, это называется Giardino Segreto, секретный сад для уединения, для размышления. Он всегда, девушки, да, то есть ренессансный человек, личность, заново открытая личность, мужчина, он уединялся. Не будем же мы выгонять их. В Giardino Segreto и предавался там чему-то такому Пико де Рамилан, то есть такое, что-то невероятному такому, о высоком. Да, очень симпатично. И характерный признак советской власти, обратите внимание, то есть действительно, может пойти дождь. И когда ренессансный философ, представьте себе, вот, чтобы он ни в лужу не попал, ренессансный философ, советская власть предусмотрела, обратите внимание, что советская власть предусмотрела для ренессансного философа. И посыпать. Потрясающе. Потрясающе. Действительно, это эклектика. Это эклектика, потому что там вы видели от ампира до казахского ампира. Здесь советская власть как бы, ну что ли, выручает ренессансного человека от возможных петербуржских, ленинградских катаклизмов. Что, дожди, да, соответственно. Более того, смотрите, здесь раз, два, три, четыре. Как розеток. Бесчисленное множество заботы о человеке и борьбы с природой. То есть человек уже не в гармонии с природой, а в постоянной борьбе с природой. Советский человек в борьбе с природой. Да. Уединяется, то есть один, без солому. Ну что, да, какой дивный ленинградский, петербургский. Там модерн, там стена модерна. Все как бы упирается в модерн. Можем пройти сразу, раз пойдем. Я расскажу о планах. Поговорим. Значит, здесь будет амфитеатр, небольшого там сцена. Ага. Здесь будут такие ступени, на которых сидеть. Здесь разные будут. Ну, мы, естественно, вот это мощение заместим. А в этом здании, это бывшей конюшне, мы будем делать несколько ресторанов, в том числе вот этот Шушу. Модные рестораны будут вот там, три ресторана как минимум, сверху кабинеты. Здрасте. Вот ваш тоже, мой водитель, ваш поклонник. Водитель-поклонник? Да. Ну пойдем, поздороваемся. Да, он... Здравствуйте, да. Да, но сейчас вирус, мы вот так вот, вот так. Знакомство. Очень приятно, да, здрасте. Наслышан. Илья Муромец, шиномонтаж. Ой, какой. Да. Это что-то сразу уже из русской, понимаете, тянет. Мы там все это что-то такое, да, здесь сразу суровая реальность. Так, да. Ограда красивая здесь, мы ее восстанавливали. Да. Мы ее восстанавливали. Ага. Там такое бронзирование такое под старину. Ну вот в старину такого не было. Бронзирование, да, конечно. Так, нет, такого не было. Жалко, что урны развалились. Мы сейчас все будем реставрировать, подавали согласование проекта. Ага, все урны, вазоны будем реставрировать, а эти, да, ворота мы уже... отреставрировали, как могли. С гидравликой уже все, с гидравликой. Конечно. Можем зайти внутрь. Там лучшие конюшни, там интересно. Как, аппетит-то уже есть? У нас там... Да. Ледяное? О, ледяное чуть-чуть.
Хватит, хватит, хватит.